здесь. Дождались в домах жителей Новоалтайского микрорайона Вележановка. Спустя 3 года появился газ. Сельчане радуются и до сих пор не могут поверить, что голубая мечта все-таки осуществилась. А проблема с газификацией Вележановки наша телекомпания сообщала не раз. Напомним, газопровод в микрорайоне Новоалтайска построили 3 года назад по краевой программе. Люди сразу же закупили необходимое оборудование, котел, счетчик и трубы. Некоторые даже залезли в кредиты. Но, как выяснилось, зря. Газ в эксплуатацию не ввели. Газопровод не принял Ростехнадзор. Он был построен с массой нарушений. Неполадки устраняли не один год. В результате газ запустили лишь на этой неделе, спустя 3 года. Газом пользуемся, все. Первый день даже сразу котлеты жарили, кашу. Конечно, рады. И вам весь поселок, вот которые люди были на репортаже и их подключили, они прям с поклоном. Вам вот спасибо вам огромное. Если бы не вы, мы бы не знаю, когда нас подключили. Жители также отметили, что газ сейчас не у всего микрорайона. К нему подключено около 100 домов. В ожидании подключения еще столько же. Остальных должны подключить к концу этого года. Мы следим за развитием ситуации.